Сегодня 17 февраля 2019 года. Погода стоит теплая, по-моему, 14-15 градусов. Солнышко греет, повернулось, и теперь пчелы все вылетали. Уже пару дней стоит вот такая теплая погода. Пчелы носят обножку. Где-то что-то нахуй делает облет. Вот видно. Перга. Какая-то желтая. Сегодня немножко заглядывал. В верхнем улье были пчелы на рамках сидели. Но внизу много кормов. И клуб так наверх растянулся. Теперь я все закрыл пленкой. Сзади оставил такую полоску, чтобы пчелы вернулись все вниз, ушли. Чтобы снизу все занимались расплодом, грели его. Вот. Но вот этот улей не очень я доволен. Матка что-то с прошлого года такая неактивная. Ну а вот эта вот старая маточка сумасшедшая. Уже третий год ей пошел. Буду на этом. В этом году ее менять. Вот такие дела. Сейчас посмотрим. Заглянем. Пчелы покинули. Да, почти все ушли вот. Сидят немножко. Сзади они все спустились. Уже вот эти рамки тут чуть-чуть мед осталось. Можно дать их для подборок и другие взять. Ну на этом все. Вот такой облет. Сидел перед ульем, теперь они все подлетают. Чистят ульи, выносят всякое. На этом улье, на этих рамках, старая матка на трех рамках немножко расплода. На этом, на больших рамках, только на одной. Тут они сидят на шести рамках, а здесь на 10 внизу. Так дело выглядит. Снизу видно на полу много слабых, видать, попавших пчел. Такой вот облетик. Желаю всем успеха. Лиса на носу. Все, кто трудится, привет в Сибирь, где еще лежат снега, где другие, счастье света по всему миру, где смотрят мой канал и интересуются пчелами. До свидания, всем успеха, всем привет.